Анонс и точную дату выхода шестой серии нового сериала «Я в беде». Шестая серия сериала выйдет в эфир 9 апреля. Ранее мы увидели, как Лейла вместе со своими родственниками пыталась отыскать Бадди. Им необходимо было сделать так, чтобы он не успел поговорить с Азамом. Только вскоре они сталкиваются с тем, чего никак не могли ожидать. Азам продолжает заниматься поисками тех, кто ограбил Чикдаша. Лейла, встретившись с Афу, была не только очень сильно удивлена, но и даже впала в некую кризисную ситуацию. Азам продолжает следить за каждым шагом Лейлы, а семья в этот момент начинает искать способ для того, чтобы урегулировать внезапно возникшую ситуацию. Как только Азам достиг Лейлу, то она попыталась выкрутиться из своего положения и даже готова была пойти на обман. В этот момент Хикмет принимает совершенно неожиданное и новое для многих решение. Но если Берна и Бугра вдруг захотят отправиться в ночной клуб, то все это сможет привести к самым непредсказуемым моментам. Планы Хикмета могут быть из-за этого нарушены. Азаму стало известно о том, что Берна потеряла ожерелье, и он, не теряя времени, приступил к его поискам. Только Азам даже не мог и подумать, что в поисках этого ожерелья его путь в очередной раз пересечется с Лейлой. Но удастся ли Азаму понять, что это на самом деле Лейла и является тем самым грабителем, которого он так долго пытается найти? Шестая серия сериала выйдет в эфир 9 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.